Сейчас на примере покажу, что значит выражение. Как-то услышал и проникся им. В чем матерь дела есть такое, да, выражение, знаете? Сейчас я ноги. Для этого нужно ноги раздвинуть. Так, я не знаю, там видно, нет. Нога видна. Ничего не видно. О, я даже так симпатичней. Блять, где я? А. Вот же я. Потерялся немного. Вот. И вот так он надо раздвинуть ноги. Ну, это у баб, конечно, должно получиться, не у мужиков. Так раздвигайте их. Ну, представьте, что я раздвинул. Так. Чуть-чуть отгибайтесь назад. Оп! Вот так вот. Ну. И все. Складываете в обычное место на хранение. То есть это значит голым. Вот что значит это выражение.